2 октября среднему профессиональному образованию России исполнилось 84 года. И, наверное, не зря этот день стоит в календаре рядом с не менее важным праздником, который отмечает вся страна – Днем Учителя. Ведь эти два значимых праздника объединяет одно – получение знаний, то есть образование. В ДК «Шахтер» села Горнозаводска состоялось мероприятие, посвященное профессиональному празднику, в котором приняли участие студенты и преподаватели Сахалинского политехнического центра номер 5. Мне СПО уже много-много лет, и я не первый год отмечаю этот праздник. Я считаю, что это праздник, который касается всех. Кто-то когда-то учился в СПО, кто-то сейчас работает, как я, например. Кто-то сейчас учится. От всей души поздравляю коллег, студентов, выпускников и всех нас с праздником! Напомним, что в этом году были открыты новые 4 современные мастерские по компетенциям. Обслуживание тяжелой техники, экспедирование грузов, управление бульдозером, веб-технологии. Созданы новые рабочие места для студентов и педагогов. В учебный процесс внедрено современное оборудование. Приобретена самоходная техника. Оборудован учебный полигон. Также приобретена новая учебная мебель. Очень важно, что все это происходит под эгидой президентской субсидии. То есть фактически это федеральная программа, в которой активно принимают участие наши учреждения среднепрофессионального образования. Важно, что в Сахалинской области по предложению нашего губернатора Вячеслава Маренко мы выстраиваем бесшовную траекторию образовательную и сопровождение каждого в образовательном маршруте получения высшего образования. В этом году, в частности, у нас есть замечательный опыт, когда уже 3 работающих сотрудника данной компании поступили на ряд специальностей Сахалинского государственного университета. В Сахалинском политехническом центре номер 5 работает замечательный педагогический коллектив. Преподаватели и мастера производственного обучения – настоящие профессионалы, которые сделали уже не один выпуск. От всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Хочу сказать, что именно вы даете дорогу молодым людям во взрослую жизнь. Именно вы являетесь наставниками в их выбранной профессии. Именно вы отдаете частичку своей души за каждого из них и переживаете, и заботитесь о том, чтобы каждый из студентов стал первоклассным специалистом. В этот день в торжественной обстановке звучали поздравления и не обошлось без чествования. Заслуженные награды получили и педагоги, и студенты. За свою историю СПЦ номер 5 выпустил 1000 специалистов, которые стали достойными людьми и добились успеха на выбранном поприще. Получив диплом, нередко бывшие студенты приходят в родные стены учебного заведения, встречаются с преподавателями и делятся своими достижениями. Так и в этот день с поздравительным словом выступил бывший студент Сергей Кровяков, который на сегодняшний день исполняет свой гражданский долг в зоне СВО. Поздравляю всех педагогов, мастеров, учеников с праздником, с Днем профессионального образования. Пожелаю преподавателям, мастерам побольше терпения. Самое главное в вашей профессии – это терпение. Ученикам добиться успехов во всем. Спасибо всем мастерам, которые меня обучали. Я очень благодарен. Если бы не вы, то не стоял бы я сейчас такой, какой я есть перед вами. Спасибо еще раз. Праздничное мероприятие, подготовленное артистами ДК «Шахтер», преподавателями и студентами Сахалинского политехнического центра номер 5, никого не оставило равнодушным. Елена Стрелкова, Евгений Романенко, Невельские новости.